Татьянукампа сусамикшаманам, бунджану ева атмокето випакам, идвак бупивир видадад намасте, дивето муктипади, садайва. Татьянукампа сусамикшаманам, бунджану ева атмокето випакам, идвак бупивир видадад намасте. Дивето муктипаде садайоха. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур, Прабхупад, Джагадгуру Тол, Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур, Джагадгуру Тол, Гаудия Гоштхипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что любая ситуация, с которой мы встречаемся в нашей жизни, мы должны думать о ней, что это благословение от Верховного Господа. И вот Гаудия Гоштхипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру сказал, что любую ситуацию, которая приходит в нашу жизнь, даже если она очень болезненна, мы должны думать, что это милость Верховного Господа согласно нашей карме. Это благословение от Верховного Господа, поскольку Верховный Господь, Он Мангалмой. Верховный Господь, Он источник всего блага внешне. Если мы думаем, что что-то не является милостью Верховного Господа, то это Сиддханта полностью неправильно. Верховный Господь, Он Мангалмой. И все, что случается в нашей жизни, все мы должны принять это как милость Верховного Господа. Прямо или косвенно мы должны чувствовать то, что кроме Адвайя Гьянтатвы Верховного Господа ничего нет. Мы должны чувствовать, что кроме Адвайя Гьянтатвы ничего нет. И это чувство различия, разнообразия, оно приведет нас к проблемам. Это дуальная концепция, она только проблемы нам принесет. И поэтому в Шримад Бхагават Махапуране мы знаем, там говорятся такие слова: и мы должны чувствовать, что все, что происходит в нашей жизни, это для нашего вечного блага. И те, кто пытаются направить свои усилия, чтобы обрести осознание, те, кто пытаются идти только на пути гьяны, Вайшнава Сиддханта — это Абхеда Таттва, но все же мы должны чувствовать разнообразие в единстве, и единство в разнообразии — это наше чувство, но те майявади, они не чувствуют так. И вот майявади, они, кроме Адвайя Гьянтатвы, ничего не принимают, даже шакти Господа не принимают. Их представление о Брахма-таттве без шакти, они вот чувствуют такой безличный брахман. Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур приводил такой прекрасный пример, чтобы
показать нам бхакти-татву. И вот Шрила Прабхупад говорил. И вот это пример с обезьяной, когда обезьяна, точнее, там, обезьяна со своим детенышем, когда она прыгает по деревьям, этот детеныш, он сам держится за обезьяну. Можно такую картину наблюдать, что вот эта маленькая обезьянка, она держит мать обезьяну. То есть мать, она не отвечает за своего детеныша. Если эта маленькая обезьянка в процессе прыжка матери упадет, то мать уже ничего не может сделать, поскольку она ее не держит. Много раз такое случалось. И Шрила Прабхупад приводит пример, вот это говорит, что это пример гьяна-марги. А другой пример – это кошки. Кошки, они рожают своих котят. И мать очень аккуратно, она сама носит в зубах своих котят. И внешне можно подумать, что мать, она зубами хватает котят, то может больно этому котенку. Но нет, это не так. Ватсалья, такая родительская любовь у этой кошки, она с огромной любовью этого котенка несет с одного места в другое. И это ответственность матери, и Шрила Прабхупад объясняет. Те, кто чувствуют, что они Брахма, и вот они хотят показать, что они Брахма, Ахам, Брахмасми, их мантра такова. Это процедура гьяны. И этот путь гьяны, он осквернен, он очень опасен. И вот мы не заинтересованы в этом. И Гьяна Мишра Бхакти, я говорил об этом. И вот Гьяна Мишра Бхакти – это смесь бхакти. Но майявади, и вот их марг, он… И вот вчера я также говорил, что это тоже майя. Майя значит… Я… Вот вчера мы говорили про майю. Этот вопрос был задан Навайогендрам, Ними Махараджам. И вот Ними Махарадж, он спросил, как избавиться от майи простым образом. Я хочу детально узнать, что такое майя и как избавиться от этой майи. We can realize, we cannot realize. So you will have to speak out, you will have to advise us so that we can cut this maya very easily. You will have to please, you will have to advise us so that we can cut this maya. И вот он спрашивает, как же избавиться от влияния майи. И после этого мы услышали объяснение, то, что Бхагавад-дхарма – это «Татру Бхагаватана дхармано сикшет гурватма дайватаха
И вот я уже говорил, мы должны следовать Бхагавад-дхарме. Мы должны следовать точной Бхагавад-дхарме. Мы должны узнать ее от такого Гурудева, который сам Садгуру. И тот, кто не отличен от Верховного Господа. Сакшатхари, вот как в этой шлоке говорится. И вот такой гуру, мы должны следовать ему, тот, кто всегда занят в Бхагавад-севе, и он может вложить чувство бхакти внутри нашего сердца. Нет причины, почему Гурудев совершает служение, и ответ в том, что мы совершаем бхакти, поскольку хотим обрести больше бхакти. И вот мы совершаем бхакти, поскольку хотим обрести больше бхакти. Нет никакой причины этого бхакти. Бхакти, она полностью нирапекша, она нейтральна. Бхакти, она никогда не подвергается влиянию кармы или гьяны. Карма, гьяна, они ничего не могут сделать с бхакти. Это полностью, бхакти, она полностью отдельна. И также бхакти – это естественная функция нашей души, но когда мы знаем, что кто-то совершает бхакти с каким-то этим оскверненная карма – это карма мишра бхакти, это нечистая бхакти. И когда кто-то совершает гьяна мишра бхакти – это тоже нечистая бхакти, она смешана с гьяной. И вот бхакти, оно так может оскверниться, смешаться с чем-то, и поэтому мы говорим, что это бхакти, ну вот карма мишра бхакти или гьяна мишра бхакти, то есть смешанная с кармой или с гьяной. Есть три вида бхакти, их можно обнаружить обычно. Различные преданные, они различную преданность проявляют. И но в основном можно это бхакти разделить на три разных категории. Первое арад сидха бхакти. Такое. And another we can say Sangha Siddha Bhakti. Потом Sangha Siddha, Sangha Siddha Bhakti и Swarup Siddha. So three different categories. И Swarup Siddha Bhakti, вот эти три различные категории можно найти на пути преданности. Это, то есть это, не все совершают чистое бхакти, есть еще различные другие виды. И вот этот It is not Swarup of the bhakti. То есть, есть, в общем, Махарадж говорит, есть различные бхакти. Перечисляют на санскрите они. И вот когда Swarup Siddha Bhakti, по своей сварупе это само бхакти, оно ничем не оскверненное. И то, что из, по своей сварупе не бхакти, но так, как бхакти, не похожее. И тогда это арапита называется. Араб Сиддха Бхакти. Sarupata, if it is not actually Sarupata Bhakti,
then it is not actually bhakti. When bhakti is contaminated with by the association of karma, такое предписанное бхакти. Detachment or dependent on dham, donation, etc. If it is mixed with bhakti, и вот если различные виды другой деятельности смешаны с бхакти, то это вот сангья сиддха бхакти называется. А первый вид бхакти такой предписанный. И когда имя Бхагавана, его качество, его лила, его спутники, и памятование о нем, слушание, воспевание его славы, это все, когда исходит из сердца, то это сваруп сиддха бхакти, как-то так. И когда, естественно, слава Верховного Господа, имя, слава и все остальное, если это все исходит из сердца, то тогда это зовется сваруп сиддха бхакти. И вот сваруп сиддха бхакти в совершенном состоянии преданного, оно там. И вот это сваруп сиддха бхакти в совершенном состоянии также там. Варнашам дарма. И вот если целью таких преданных не является удовлетворение Верховного Господа, то это нехорошо. И по сварупе это не бхакти получается, и проблема может возникнуть. Это не... Вот та шлока, с которой начал, она очень серьезно. Это очень глубокая шлока. To recite this slok is very easy, but to follow this procedure. Повторить эту шлоку очень просто, но следовать этой процедуре, обрести это чувство внутри своего сердца, это практически невозможно. Все, что случается в моей жизни, это для моего вечного блага. A man, somebody going to insult, somebody going to give big honor. Only with pure Vaishnava you can find this kind of thing. They never care if somebody going to insult, somebody going to give honor. Чистые вайшнавы никогда не привязываются к почету или позору. Они беспристрастные, они не скверняются. Если кто-то восхваляет их или ругает. И вот это слока Таттену Кампам Сусамикшаману мы должны чувствовать, осознавать, что все, что происходит, это наша прежняя карма. И мы обретаем такую карму. И вот Сусамикшаману значит с таким позитивным настроением. Самикша. И на хинди самикша значит сарве. Сусамикшаманом значит аналитически с позитивным настроением мы должны аналитически подумать. И это зовется Таттену Кампам Сусамикшамана. И вот Друва Махарадж перед Друвой Махараджем, пятилетним Друвой мать, она сказала ему, hmm.
О, мой сын, не ищи недостатки в других. Все дживы, они получают результат своей прежней кармы, и поэтому твоя мачеха, она оскорбила тебя, не позволила тебе находиться на коленях твоего отца. И поэтому это, скорее всего, твоя карма. Из-за последствий твоей кармы так произошло, и моя карма тоже плоха. Иначе почему царь оставил меня и взял другую жену? Я наверняка совершал какие-то плохие поступки, поэтому такие последствия. Поэтому не гневайся, не находи недостатки в других. Но я хочу сказать тебе то, что все, что ты хочешь обрести в своей жизни, почему ты плачешь? Когда люди плачут, когда какое-то неудовлетворение в сердце возникает, мы можем найти все гопи, они тоже плачут. Мадхавендра Пурипад плачет, Чайтанья Махапрабху плачет, но этот плач, он трансцендентен. Апракрита вираха. Чинмой вираха татва. Они чувствуют разлуку с Верховным Господом. И это не негативно, это хорошо. Если вы сможете плакать ради Гуру Вайшнава Бхагавана, то будьте уверены, это очень хорошо, это позитивно, это поможет вам продвигаться на пути вашего баджана. Но если вы плачете о материальных родственниках, о потере денег, или еще о каких-то материальных вещах, это тоже разлука. Но такая разлука материальная, она сделает так, что вы будете вдвойне обусловлены. И вот очень важно здесь хрит, вот эти последние слова хрит, значит сердце, тело, ум и вот ум, тело, речь, сердце. Вот эти различные синонимы, значений много этих слов. Махапрабху, когда обсуждал вот эту шлоку, и вот когда Махапрабху обсуждал эту шлоку, то мы увидели, что Махапрабху каждое слово. Вот атма, например, что такое атма? Много значений этого слова. Атма рам, например, что значит рам? Мунайо, значит, что значит мунайо? И вот Махапрабху каждое слово объяснял различными способами. И вот все эти слова вроде одинаковые, но значений много, и бывают даже совершенно разные. И вот если по-разному толковать эти слова, то значения различные получаются. Вот здесь кая манавакья, значит ум, тело и речь. И умом, телом и речью, если мы предадимся,
И вот если мы предадимся лотосным стопам Верховного Господа или сначала Гуру и Вайшнавам, поскольку через них только можем предаться, поскольку мы сами не можем непосредственно предаться Верховному Господу, нужно это делать через Гуру и Вайшнавов. И вот когда мы предадимся умом, телом и речью, вот здесь слово «намасте» значит «пранам», «поклон». Телом, умом и речью «дандават пранам». И вот это «намасабда». И вот Кришнадас Кавираж Госвами говорит «на» значит «на» — «нет». «Ма» значит «ложное эго», которая уже есть внутри нас. И видадат намасте, видадат значит, что мы клонимся, видадат намасте, и намасте значит, мы должны отказаться полностью от нашего ложного эго. Дандават пранам — это значит, когда мы совершаем поклон дандават пранам перед Верховным Господом или Гуру Вайшнавами, то это показывает нам то, что... То есть клонимся, мы еще и предаваться должны. И словами выражать почтение, но кто-то кланяется просто физически, не выражает своего самопредания лотосным стопам Гуру Вайшнавов. И таким образом такая процедура после полного самопредания лотосным стопам Гуру Вайшнавов и Бхагавана, когда кто-то живет свою жизнь таким образом, то тогда это очень хорошо. Тот, кто хочет освободиться от материальной обусловленности, он может так запросто освободиться. Но когда Саравам Бхаттачарья, он разговаривал с Махапрабху. И вот когда Саравам Бхаттачарья перед Махапрабху изменил одно слово вот из этой шлоки, и что за шлока была? Дживете Муктипаде, там в Бхагаватам написано Муктипаде. Саравам Бхаттачарья изменил на бхакти. И вот перед Саравам Бхаттачарья Махапрабху спросил, почему ты изменил это слово. Там же было написано «Дживета Мукти Падеса Дайя Бхак». Кто живет свою жизнь с полным самопреданием, лотосным стопам Гуру Вайшнавов и Бхагавана, несомненно, он избавится от влияния материи. И вот Махапрабху говорит, почему же ты изменил это слово, не нужно было его менять. А Саравама Бхаттачарья сказал, хорошо, но я не могу произнести это слово «муктипаде». Я долгое время страдал, поскольку я был майявади, думал о Брахма Мукти. И вот я всегда думал об этом, объяснял ученикам. Я был как шакал,
весь день и ночь я был занят этой сухой философией. Но сейчас, благодаря Твоей милости, я чувствую боль, когда я вспоминаю свою прежнюю жизнь. Да. Даже я не могу повторить это слово «мукти». Это невозможно для меня. Махапрабху спрашивает, почему. «Мукти» — это слово... Нет, я не могу его произнести. Надоело, достаточно. И лучше живете, вот слово «бхакти» там используйте. Махапрабху говорит, если ты сможешь объяснить таким образом, это слово «мукти» не принесет никаких проблем тебе. Смотри, согласно вот это не санди, а самач, как эти звуки соединять и в санскрите. В общем, согласно санскритской грамматике, и вот там описывается, и Махапрабху объясняет то, что если мы объясним вот так вот, то тогда проблем нет, и ты не будешь чувствовать никакой боли. Мукти находится у лотосных стоп Верховного Господа. Если объяснять таким образом, что мукти находится у лотосных стоп Верховного Господа, то можно вот мукти под это слово использовать в том смысле, что мукти находится у лотосных стоп того Верховного Господа, и поэтому мукти под здесь можно использовать, но Сарвабхаума через сказал, нет, все равно я чувствую боль повторять это слово «мукти», не хочу его больше слышать. И Махапрабху был очень счастлив. Обычно Шримад Бхагават Махапуране, которое не отлично от Кришны, Кришна Паривартита. И вот Шукадев Госвами говорит, Сакшат Кришна Эвахи, ничто иное, как Кришна. И у нас нет права менять ни единого слова, точки, запятой, ничего с Шримад Бхагаватам. Но почему этот парад Паракилеша Шри Кришна Чайтанья Махапрабху не разгневался? Потому что это вопрос бхакти, преданности. И вот сейчас Сарвабхаума Бхаттачарья, его сердце полно преданности. И поэтому Махапрабху одобрил, поскольку значение очень великолепно. Когда Махапрабху говорит вот так, то что мукти находится у лотосных стоп Верховного Господа, и поэтому мукти паде здесь, но Сарвабхаума Бхаттачарья все равно вот недоволен этим, поскольку говорит, я чувствую боль, и это хороший признак. Махапрабху доволен этим. И вот Сарвабхаума Бхаттачарья, он изменил свое сердце. И Махапрабху очень доволен этим. И Махапрабху не разгневался на него, хотя тот слово поменял. И еще пример, я давно его приводил, когда один преданный, он меняет шлоку. Вот, вот один этот преданный изменил вот эту шлоку Махапрабху. Из Шикшаштаки Таро Ива, то есть не, что там было написано, что Вайшнав должен развить свое терпение, подобно дереву. Но этот преданный, он изменил это слово, он написал, что его звали Атиндрия Дас Атхикари, кто составил Гаудия Кандхакару. Шрила Прабхупад дал ему, назвал эту книгу Гаудия Кандхакар. Кандхакар значит ожерелье. То есть эта книга была подобна золотому ожерелью. И вот Шрила Прабхупад назвал ее Гаудия Кандхакар. Для Гауди Шрила Прабхупад написал одну
эту записку, предисловие, что эта книга она для блага всех гауди. И ты должен представить эту книгу как такое сокровище, как ожерелье, и ты должен предложить ее всем преданным, чтобы они украшали свою шею твоей книгой. Но кто-то жаловаться начал, что почему он изменил изначальную шлоку с Шримана Махапрабху. Там была Таро Апи, а он написал Таро. Ну, в общем, там было написано, что как дерево, Вайшнав должен быть терпелив. А он написал, что более чем дерево, но Шрила Прабхупад был все равно доволен. Он сказал, что да, он написал это благодаря своему осознанию. Вайшнав, его сила терпения, она больше, чем дерево, как Шрила Харидас Такур и прочее. Я говорил уже об этом. И вот сейчас, надеюсь, вы поняли, почему я начал именно с этой шлоки. Даже Бхагаван говорит в Гите Апичетсу Таро Чаро, вот эта шлока. И вот Вишванатха Чакравати объясняет эту шлоку. Какие-то другие люди, они злоупотребили от этой шлока и говорят, что вот Махапрабху уже написал Апичет Судара Чаро, хотя provided he is going to do Ananda Bhag, then only and only he is going to, you know, do Bhajate Maya, going to serve me only, not any other demigods, nothing. Opichet Sudaracharo, Bhajate Mamanan Mam Ananda Bhag, Shadureva Samantabhyo, Samma Bhavashito Hisa. Though he is at present doing all rubbish activities, и вот в этой шлоке говорится, хотя если какой-то преданный, который безраздельно предан Кришне, совершает баджан, но из-за прежней кармы он еще может делать что-то не совсем хорошее, но при этом поклоняется мне, но из-за того, что его разум, он очень разумен, но опять же из-за влияния своей прежней кармы, из-за влияния своих самскар, он может что-то делать не особо хорошее, но что делать? Но так или иначе, он делает это, но не хочет этого делать, но под влиянием обстоятельств, внешней силы он это делает. Как можно вспомнить, когда Арджун спросил Кришну, кто заставляет Дживатму совершать оскорбления? Как будто силой кто-то заставляет кого-то делать какие-то греховные действия. И вот это вначале было объяснение, сейчас более высокие вещи. И вот можно видеть, что Бхагаван отвечает. Это наши враги, которые так беспокоят нас. И в этой шлоке Вишванатха Чакраварти говорит, что Апичет Судара Чаро, это не значит, что
он будет продолжать заниматься греховными или плохими действиями всю жизнь. Нет. Апичет Судрачаро значит, он пытается избавиться от своих прежних самскар. И также Бхагаван, он... И вот Бхагаван, он уже пообещал, что если кто-то будет совершать баджан ему, то так или иначе, осознанно или неосознанно, знаючи и не знаючи, если что-то плохое случится в их жизни, все же им не нужно страдать из-за этого. Я с ними, я сижу внутри их сердца, я очищу их сердце. И я пребываю в их сердце, и это моя обязанность очистить их сердце. И разум такого человека очень хорошо организован сейчас. Он не хочет делать что-то плохое, но из-за просто самскар каких-то сил он это делает, но я изменю его вскоре, и это обещание Верховного Господа. И вот я говорил о том, то, что состояние обусловленной души очень и очень опасно, так или иначе, если они будут пытаться совершать баджан и из-за обусловленного состояния различные чувства приходят, уходят, и вот Шрила Вишванатха Чакравартипад в своей Мадхуре Кадамбини пишет различные эти покрытия, и согласно Чайтанья Махапрабху, эти дживы будут очищать свое сердце, но и вот тут уже, и вот у Вишванатха Чакравартипада есть вот описание покрытий души вроде. И Шрила Прабхупад говорит, чтобы сорвать покрытие сердца обусловленных душ, нужно говорить такую харикатху, которая подобна динамиту, и она сможет сорвать покрытие невежества с их сердец. И тогда эти души, они смогут начать харибаджан в состоянии анартх, когда дживатма полна анартх, то в этом случае они, конечно, могут пытаться делать лучшее, но это не значит, что с анартхами джива может совершать бхакти. И вот когда джива полна анартх, то в этом случае она может пытаться, но это не настоящая бхакти. Вот я шаг за шагом объяснял про различные настроения бхакти, садан, татва, сварупу, как это было объяснено Рай Рамананда, и также Шрила Прабхупад, он говорил четко и ясно то, что внутри сердца дживы есть такое состояние освобожденности и порабощенности. Я говорил вчера. Ибо в сварупе дживы есть два состояния. И это естественно, что они забывают Верховного Господа по влиянию майи. Иногда они забывают его. И поэтому
Когда дживатма под руководством Гуру Вайшнавов пытается помнить связь, свою связь с Верховным Господом. А Вишрити значит на Вишрити. Если дживатма забывает, а в тот момент, когда дживатма забывает Верховного Господа, то в это время майя, она входит в нее, и наши чувства при этом превосходит их, подавляет. И когда мы пытаемся вспомнить лотосные стопы Верховного Господа все время непрерывно, то тогда и вот здесь сан, значит мангал, таноти, значит расширяется, и в этом случае мангал, он, это благо, оно расширяется внутри нашего сердца. И наше сердце таким образом очищается, и чистая сатва, она покрывает наше сердце. Вигьяна, вигьяна, вирага. Вирага значит отрешенность. И это можно объяснить как вигаторак, непривязанность. И и также можно объяснить, что это вишешрак, особая привязанность к Верховному Господу. И вот когда вы развиваете привязанность к Верховному Господу, то автоматически влечение к материи, оно пропадает. И вот я эту шлоку объяснил, и таким образом это автоматически приходит. Бхакти, она нейтральна. Бхакти не получает помощь от гьяна вайраги или чего-то еще, но гьяна вайраги, она вынуждена принимать помощь у бхакти. Поскольку если не примет помощь у бхакти, то успешным не сможет стать. И также вчера я говорил то, что махат, те, кто совершает баджан Кришне, они махат, махат, но... И вот так или иначе они пытаются совершать баджан Кришне, и поэтому они, эти саду могут быть категоризированы в три категории: сад, садак, карми, йоги и бхакти. И после этого бхакти я уже обсудил вчера. И вот эти три различных категории. Сад бхакта. И вот те, кто совершает баджан Кришне так или иначе. И вот они пытаются совершать баджан, и постепенно они обретают шанс. И таким образом здесь сад бхакта значит
те, кто имеет такую безраздельную веру, безраздельное стремление к Вишну Бхакти, но все же они не могут полностью избежать всяких греховных действий. Не то, что специально он делает, а получается так, не специально. Вот как я это стихо объяснял, Апичет Судурачара. И здесь эти садбхакты, они не судурачар, не какие-то эти плохие люди. И вот кто-то судурачар занимается всякой ерундой, но опять же, если кто-то, даже если такие люди вступают на путь преданного служения, то про них можно сказать, что они саду, поскольку сегодня или завтра они утвердятся на пути баджан. Но здесь суть в том, что только и вот у таких людей нет склонности. То есть они совершают баджан Кришне, но иногда получается, что какие-то грехи совершают. И вот и такие люди, которые приняли решение совершать баджан Кришне, или Вишну, ему одному, но все же они не могут избежать склонности к совершению грехов. Но так или иначе, они чувствуют отречение, непривязанность, они пытаются как-то отказаться от варнашрама. То есть они не привязаны к варнашрамдхарме. Они не привязаны к варнашраме. И это состояние таких садбхакт. Саттар-бхакта — это позитивное. И саттама-бхакта — тот, кто имеет привязанность к лотосным стопам Вишну, тот, кто совершает баджан только Вишну, и тот, кто полностью имеет качество шаранагати, тот, кто предался Господу. И вот можно найти такое чувство шаранагати бхавы. Те, у кого есть это шаранагати бхава внутри их сердец. Но все 27 различных татастха этих качеств частично присутствуют, не полностью. Все 27 этих признаков, я уже говорил раньше, is called actually is also in the category of sarva dharman and pratyajamame concern. So he also can deserve full protection from Supreme Lord. И такие люди, они те, кто предались Господу, Господь, он обещает защитить их. Но все 27 различных этих качеств, они не полностью, татастха лакшан, которые они не полностью проявлены в них. И вот такой преданный, он полностью предался лотосным стопам Верховного Господа, полностью и вот я уже объяснил, кто такие саттара-бхакты. Тот, кто совершает баджан только Вишну, но есть у него
такая низ... А, точнее, нет склонности к совершению грехов. И вот этот саттара-бхакта... Вот есть саттара-бхакта и саттама. То есть у первого есть еще склонность к каким-то греховным делам, а у второго уже нет. И второй, который саттама-бхакта, он уже полностью предался лотосным стопам Вишну. И вот саттама очень просто обретает все 27 этих качеств. Нет сомнений в этом. И вот таким образом Рай Рамананда из Гиты в поддержку этой Сиддханты Рамананда вот такой стих приводит Сарватарван Паритеджа, я уже вчера говорил. И вот я говорил о Гьяна Мишра Бхакти, Гьяна Мишра Бхакти. Махапрабху говорил об этом, что это, что это внешнее все равно, хотя хорошее, но внешнее Гьяна Мишра Бхакти. И пример данный с Гиты Рай Раманандой, Брама Бута Прасанатма, вот это шлока. Брахмабута прасанатма значит, что он Брахмабута. Его сердце, оно чувствует Брахмананду. Он чувствует блаженство Брахмана, и Рупа Госвами Пад он уже провозгласил. Вот эту шлоку я объясню попозже. Брахмабута значит, он обретает Брахмананду. Но не только это, это опять же не значит, что он ненавидит Сварупу Бхагавана. Это не совсем не так. Гьяна Мишра Бхакта, он не может избежать полностью Сварупа Бхагавана. Это не так. И Кевала Гьяна, те, кто... Майвади они игнорируют. То есть вот Брахмабута Прасанатма, это не значит, что они ненавидят форму Господа, но нет. Здесь слово Прасанатма значит то, что всегда счастлив и не надеется получить какие-то материальные вещи. И тот, кто... Он беспристрастен, имеет качество самобудхи. Если он достиг Брахмананды, то он чувствует, что все Брахман. И тогда он может обрести парабхакти. Не то, что сейчас у него есть бхакти, а с помощью общения с какими-то преданными он хочет обрести бхакти. Парабхакти он может обрести. Гьяна-марга садан, баджан на пути гьяны, он цель этого нирвишеш брама. И такие люди, вот они хотят обрести Брахмананду. That's why he is not having this kind of feeling. He has no pain and pleasure feeling.
Различные болезненные ситуации могут прийти, и он избегает всего этого, не привязывается к ним, но на пути гьяна-марга его можно разделить на две части: сарвишеш и парвишеш. Первый сарвишеш бхав гьяни, а другие нирвишеш бхав гьяни. Вот это гьяна мишра бхакти, это вот второй, этот, вторая категория сарвишеш гьяни, благодаря общению с чистыми преданными, когда они получают возможность слышать о великолепных качествах, о красоте Верховного Господа, то тогда они могут изменить свое сердце и начать что-то делать. Они могут поверить в Сачидананда Сварупу, Верховного Господа, как Бараджи Махарадж. Он не игнорировал Бхагават Сварупу, но его стиль баджана был такой. Он медитировал на Брахмавасту, и когда солнце всходило, он так вот медитировал, он чувствовал, и таким образом сарвишеш, в общем, баджан Бхарат Махараджа был гьяна мишра бхакти. И этот преданный, я уже объяснил, он был карма мишра бхакти. И вот Чатушваны изменили свое сердце, Шукадев Госвами также. Раньше он стремился к Брахмананде, и Чатушваны также, когда они услышали у Брамы что-то, услышали что-то от Брамы, вдохновились, пошли на Вайкунтху, и там они учуяли аромат туласи, которые были предложены лотосным стопам Кришны. И вот они, когда учуяли этот аромат, их сердце изменилось. Хотя раньше они совершали баджан Экакшара мантри, но когда они вдохнули аромат туласи, которые были предложены стопам Нараяны, их сердце изменилось. И Шукадев Госвами также по желанию Вьясадевы, один из его учеников повторял шлоку из Шримад Бхагавата Махапураны, и Шукадев Госвами, когда он услышал ее, то он привлекся, забыл о своей Брахмананде. Вот эту шлоку он повторял. И вот Чатушваны, Навайогендры, они сарвишеш гьяни, они получили вдохновение начать бхакти, их сердце изменилось. И Шукадев Госвами, он был принят всеми риши и муни как бхакти ачарья. Он уже признал в Бхагавад-гите и в Шримад Бхагаватам Махапуране, так говорится. Он был заинтересован в Брахмананде, но потом он изменил свой подход. Потом Хираньякша, Хираньякашипу, Раван, Вирочин, они, Джарасанда, они нирвишеш гьяни, поскольку они не верят в вечную сварупу Бхагавана, вечную сварупу бхакти, они ни во что в это не верят, но все же они совершают яги, пуджи, все делают. Но
они не верят в Вишну, в его вечную сварупу. Они верят в этот нирвишеш брама, безличного брамана. И вот этот нирвишеш браман очень сложно. Я уже из Гитты говорил. Это чувство, оно очень сложно, поскольку мы не можем сконцентрировать свой ум на каком-то пустом месте, поскольку дживатма, она привыкла видеть какой-то образ перед собой. Но сейчас, если силы заставить ее концентрироваться на безличном брамане, это невозможно. Савишеш гьяни. И они беспомощны. Махапрабху говорил, что они оскорбители лотосных стоп Кришны, поскольку они не верят в вечное существование дамы, намы, сварупы и преданных преданности. Они во все это не верят. Но савишеш бхакти, когда они принимают помощь у девяти сложного бхакти в общении с чистыми преданными, то постепенно они могут обрести бхакти. И поэтому Бхагаван говорит в этой шлоке: «Брама Бута Прасанатма на Шочати на Кангшати». И вот они могут обрести бхакти со временем благодаря общению с чистыми преданными, они могут обрести бхакти. И вот таким образом и эти савишес гьяни, они благодаря общению с преданными, они могут обрести бхакти. И поэтому Махапрабху говорит это все внешнее. Говори больше. И вот сейчас Рай Рамананда осознал, что Махапрабху понял, что Махапрабху, он не хочет слушать что-то смешанное. Махапрабху хочет слушать только чистую таттву. И поэтому сейчас Рай Махашой сказал, когда Рай Махашой начал объяснять о Прабху в этой Гьяна-шуне бхакти, там запутано тут. И вот смотрите, Махапрабху все-таки не полностью доволен, хотя Махапрабху, он принял это, что да, пойдет. Гьяна шунья бхакти не значит, что там нет знания. И сейчас это практически, вот они доходят до чистой преданности, различные виды садан, таттвы, и сейчас они до середины дошли. Но я хочу услышать более подробно, более детально. И потом Гьяна Шунья Бхакти Махапрабху
принял это, сказал, хорошо, пойдет. И вот гьяна шунья бхакти не значит, что там невежество. Гьяна шунья бхакти не значит агья, глупость. Там нету глупости. Это не то. Гьяна шунья бхакти не значит, что какие-то глупые и невежественные люди, это неприменимо. Гьяна шунья бхакти значит, когда садак, он оставляет осквернение гьяны с бхакти, как раньше гьяна мишра бхакти, когда садак оставляет осквернение гьяной с бхакти, то это гьяна мишра бхава, гьяна там есть чувство такого превосходства, и бхакти немножко там есть смешанное с этим. И это бхава, когда проявляется вот это гьяна шунья бхакти, значит, гьяна шунья бхакти не значит, что какие-то глупцы могут иметь, не имеющие знания, нет. Это значит, что чувство гьяны знания есть у них, и когда садаки ну, в общем, это бхакти с примесью знания. И вот чтобы развить отречение, непривязанность, но у нас должно быть знание, мы должны знать, что эти все временные вещи, они материальные, не вечные. И в любой момент мы можем оставить это тело, и все материальное — это майя. И те, кто следует пути рага, этого гьяна-марга, они свою отреченность так развивают. Но когда они получают милость от чистого бхакти ачарьи, то это другое. И вот чтобы не попадать под влияние майи, мы должны практиковать гьяну. И поэтому те, кто следует пути гьяна марга, следует пути знания, их путь не так прост. Они могут стать, то, что они могут стать успешными, гарантии никакой нет. И поэтому вначале я пример привел. Вот пример Шрилы Прабхупады с детьми обезьяны и кошки. На пути гьяна-марга мы должны отказаться вот от этих, от атвасту, от невечных вещей. И вот мы должны практиковать такую эту практику. Гьяна-мишра-бхакти. На пути гьяна-мишра-бхакти под влиянием, таким постепенным влиянием, мы можем обрести бхакти, но те, кто следует только кевала-гьяне, это опасно, поскольку те, кто совершает хари-севу, для них это не проблема. Когда кто-то начинает хари-севу, то автоматически, даже они, если практикуют, то все же они не могут чувствовать столько проблем, поскольку они заняты нававидхи бхакти, слушают харикатху,
медитируют на лотосные стопы Господа. И таким образом, те, кто заняты в Харикатхе, те, кто заняты в Харибаджане, для них очень, это очень просто, поскольку они не могут чувствовать влияние ума и тела, когда мы практикуем бхакти. Когда мы совершаем бхакти, то тогда, когда мы пытаемся практиковать преданность непрерывно, то тогда мы не чувствуем никаких проблем, поскольку наш ум, тело и ум все меняется. И можно вспомнить эту шлоку, которая дана Шри Санатана Госвами в Брихат Бхагаватамрите. И когда мы практикуем Кришна Бхакти Рас из должного источника, мы слушаем, то Санатан Госвами говорит, тогда мы можем забыть о нашем теле и вещах, которые связаны с телом. И вот те, кто непрерывно совершает Харибаджан, слушают Харикатху, повторяют Харинам, совершают Харисеву, для них они теряют свою связь с материей и с Майей. И тогда уже нет влияния Майи на них, они не чувствуют давления ума, тела, и это все проходит. И никакие материальные вещи не приносят никаких проблем, поскольку они не чувствуют влечения к этому, а наоборот, они чувствуют влечение к трансцендентному Хари, его форме, его красоте, его спутников и, в общем, ко всему, что связано с этим Господом. И перед трансцендентным блаженством материальные, какие-то материальные виды счастья, они ничто. Великие гьяни, йоги, они, мы видим, они привлечены красотой женщин. Много случаев таких, вроде великие какой-то гьяни, как Дурваса или Васиштха, привлечены какими-то женщинами. Вили Вишвамита Муни, например, они Махагьяни, но Махагьяни, но все же можно видеть, они иногда их привлекаются женщинами. Но когда Наранарайана совершал баджан Бады Нараян Кшетри, то Наранарайан, они необычные люди, они это сам Бхагаван. И вот когда Наранараян совершал баджан, даже до сегодняшнего дня, они совершают там аскезы ради блага всех живых существ. И в этом случае мы знаем, Наранараян, когда совершает баджан, то Индра Махарадж, он послал Апсару, чтобы побеспокоить его. И вот Апсара пришла со всеми этими подружками. И вот Индра послал ее и послал вожделение, чтобы это вожделение действовало на это Наранараяну. И вот она прекрасно пела, танцевала, пыталась соблазнить как-то эти Апсары, очень прекрасно танцуют, что никто не может не прилечься ими. И это естественно. И в этом случае мы видим Наранараян, когда он открыл глаза,
чтобы посмотреть на этого материального Камадева, ему дал задание Индра, чтобы тот сделал так, чтобы тот попал под влияние вожделения. И вот этот материальный Камадев, ему была дана обязанность Индра, чтобы тот нарушил аскезы этого Наранарайны. Поскольку Индра боялся, может, меня победят, заберут мой пост Индры, и перед этим я должен сделать так, чтобы никто не смог сделать это. Если они аскезы совершают, то чтобы прекратили их совершать, и я буду вечно править, поскольку я хочу находиться как Царь Небес как можно дольше. И вот Индра Махарадж послал так этого материального Камадева, потом Апсары и прочие, они тоже пошли, танцевали в Гималаях перед Наранарайной. Они тот совершал аскезы там, но случилось все наоборот. Когда Наранарайна открыл глаза, то тогда они испугались. Наранарайн, когда он открыл свои глаза и посмотрел на Апсар и те, кто танцует, они испугались, поскольку Наранарайн не почувствовал никакого вожделения. Они испугались, что, может, оскорбление совершили, тут аскезы совершают, там, и тут беспокоит пришлива, и вот они почувствовали какой-то негатив, что, может, мы оскорбление совершили, и что же делать. И вот Наранарайн, Наранарайн, он явил из своего трансцендентного тела очень много апсар. Лучшая апсара с небес, вы знаете, кто это. И эта апсара была создана Наранарайной как подарок Индре. Индра Махарадж мог взять этот дар. И вот они совершали аскезы, никто не мог побеспокоить их, но Махамахагьяни Пуруши, люди, имеется в виду, они чувствуют беспокойство, вожделение. Но мы знаем, что Рамдас, Хануманджи Махарадж, он не чувствует никаких беспокойств. Тысячи прекрасных женщин, если рядом, то Хануман все равно занят своим служением. И также Харидас Такур, много раз он был проверен. Майя Деви, сама Майя приходила к нему в Пхули. Лакшашира тоже приходила, чтобы его как-то соблазнить, но они все были побеждены Харидас Такуром. И Харидас Такур, он пролил на них свою милость, и Майя, сама Майя Деви, она получила махамантру от Харидас Такура и Лакшахира. Она тоже получила мантру от Харидас Такура. И таким образом мы находим, что те, кто получает вкус к Харинаму, когда мы получаем вкус к Харинаму, как Махапрабху, он пел. А Махапрабху говорил таким образом, что Ирупа Госвами также говорил вот эту шлоку, даже если есть у него чувство Брахмананды. Без Without, you know, getting the result of karma, pleasure and pain.
До тех пор, пока вот такие садаки, они с помощью харинама не избавятся полностью от майи, они не достигнут успеха. С полной таттвой, с харинамом, когда кто-то осознает нама-таттву и будет совершать, повторять харинам, и не страдая, то есть карма, она приходит в форме как наслаждений, так и страданий. И вот Рупа Госвами Пад говорит, то есть, чтобы избавиться от плодов кармы, нужно просто принять их и страдать или наслаждаться ими. То есть, нужно их принять. Но если Харинам Прабху, он дарует милость, если мы получаем милость Харинама Прабху, то тогда таким людям не нужно страдать или наслаждаться плодами своей кармы. А результаты этой кармы не приходят, они проходят мимо того, кто получил милость Харинама. И такие вот эти последствия кармы уже их не беспокоят. И вот смотрите, Махамахагьяни, они также падают иногда. Мы находим, вот, но мы находим Рамдас, Хануманджи, Кришнадас, Харидас, такого. Они достигают успеха, они не чувствуют никакого влечения, и таким образом. Кевал Бхакти, те, кто принимает помощь только от Бхакти, от Гьяна Шунья Бхакти, от чистой... И вот те, кто полностью принимает прибежище у Бхакти, им не нужно думать о том, какие проблемы могут возникнуть, поскольку они отказываются от связи с кармой, гьяна и всем остальным, и поэтому Махапрабху сказал, что это хорошо. И Махапрабху, когда хотел услышать свидетельство из Писаний, то в рай Махашой привел шлоку из 10-й песни, вот эту шлоку. Это Брама, это шлока из Брамастути. Брама говорит перед Верховным Господом, что я отказываюсь от всех попыток гьяны с помощью знания постичь тебя. Я отказываюсь от всего этого. И я хочу услышать харикатху, нектарную харикатху, которая исходит из лотосных уст чистых преданных. И вот иритам значит гитам, сад значит саду, и сан бавадия значит твоя слава. Твоя лила, дама, нама и все остальное. И вот
Гене Прайасаму Дапасе Намантаева. Я хочу находиться всегда с саду, поскольку я физически или умственно нахожусь рядом с ними, то майя, она не может уже повлиять как-то на нас. Если физически невозможно находиться с саду, по крайней мере, в уме мы должны находиться с ними. И вот Станастита Вишвана Чакравати говорит перед саду, я хочу находиться, поскольку саду значит тот, кто всегда может говорить Харикатху. Шрути Гатам, что значит? Значит, я позволю моим ушам. Шрути Гатам, значит, уши, слух. Этот орган, данный нам Верховным Господом. Я хочу позволить моим ушам пить нектар, который исходит с лотосных уст Верховного Господа. Я телом, умом и речью, я хочу предаться лотосным стопам Гуру Вайшнавов и Бхагавана. И те, кто следует этой процедуре, для них и вот одно из имен твоих имен Аджит, тот, кто не может быть побежден никем. Но обычно но ты можешь быть побежден своими преданными. И вот они побеждают тебя своей любовью. И различные ачарьи, они объясняют различными путями эту шлоку. Шидас Госвамипад, Джива Госвамипад, Шри Сударшан Сури, Шивир Рагавджи, Шинивас Сури, Валабхачарья, Гиридхари Лал, Вишвана Чакравати. Все они с различными способами объясняют. И вот общее объяснение я уже сказал. И вот Вишвана Чакравати Пад говорит: Удо Пасья Ишат. There I cannot allow any space, any provision inside my mind. You know, my mind, there cannot be a smell of any. В моем уме не может быть. You know, knowledge fully for. No, I cannot. So Siddha Sahiba speaking, Udo Pasho. Никаких попыток познать Господа с помощью гьяны. И это значит, Бхагаван, я не я хочу полностью выгнать гьяну, попытки познать с помощью знания Верховного Господа, вот эти попытки я хочу выгнать из своего сердца. Sarupa is Sarja Mahima Vichara. In that case, automatically,
Because mind can never go back in. Only I can exchange, you know, alternate thing. Наш ум не может быть пуст, и мы должны негативные вещи заменить позитивными. И Джива Госвами говорит, and only going to want to develop a loveful relation with you. И вот мы хотим развить прекрасные любовные отношения с тобой, о Господь. Мы хотим совершать баджан благодаря любви к тебе, и только с помощью любви ты можешь быть побежден. И вот мы не можем объяснять так много, но Вишвана Чакравати Пад говорит, и вот когда мы узнаем это от Шрути, тогда мы будем избегать мритью, смерти. Когда мы обретем амриту, то тогда вопрос смерти, он снимается. И поэтому, когда Шукадев Госвами, он прекратил говорить Харикатху и ушел, то сказал: «О царь, думать о том, что ты умрешь, это глупая идея, должна быть выкинута из твоего ума». Но когда он начал говорить Бхагаватам, в самом начале он... В самом начале Парикшит Махарадж Шукадев Госвами, он сказал то, что «О царь, ты должен помнить, что ты можешь умереть в любой момент». Непрерывно думай, что ты можешь умереть, не забывай об этом, что ты смертен. И автоматически отречение, непривязанность, оно явится, если мы будем помнить, что мы смертны. Продолжает думать об этом, но когда Харикатха полностью закончилась, когда Шукадев Госвами, он ушел из с того места и благословил Парикшит Махараджа, то в итоге Шукадев Госвами, он сказал перед Парикшит Махараджем то, что царь, то, что ты умрешь, это животная концепция, она должна быть выкинута из твоего ума. Поскольку, когда вы пьете нектарную харикатху, бхагаваткатху, то вы можете осознать свою сварупу. Если вы осознаете свою сварупу, то вопрос смерти снимается. Смерть, она уже будет безвластна над вами. И поэтому Вишвана Чакравати говорит, когда вы получаете этот совет из Шрути, что вы можете избавиться от влияния смерти, когда мы умрем, мы не знаем об этом. И вот Вишвана Чакравати говорит, у нас не должно быть никаких попыток гьяни. Мы должны слушать харикатху с лотосных уст Гуру Вайшнава, слышать санкиртан. Бхагаван, он может быть побежден вот слушанием его славы и
огромной любовью к Нему. И из вот этой шлоки, описывающей качество Махапрабху, мы знаем, что Махапрабху, он отец Санкиртан, особо в эту Кали-югу. Санкиртан — это тот вид баджана, с помощью которого Верховный Господь будет доволен даже в Сатва-югу, Трета-югу, Двапара-югу. И в Кали-югу, особенно в эту Кали-югу. И вот мы можем удовлетворить Верховного Господа. И Господь может быть побежден с помощью Санкиртаны. Если мы с любовью будем воспевать Его святые имена, то Господь, Он будет побежден нашей любовью. И вот наманта, я уже говорил об этом перед началом. Наманта значит, мы должны оставить свой аханкар, саньяс. Это не так просто. Мы должны полностью оставить аханкар, абхиман, ложное эго. Мы должны очиститься от адхима, абхимана. Как пример с Триданди Бхикшу из Бхагаватам, это тот самый точный пример. Но можно видеть, но опять же, если кто-то принимает саньясу, далеко не факт, что она совершенная. А что, если это совершенная саньяса, то почему различные материальные желания, они влияют на вас, майя влияет на вас? Триданди Бхикшу, он принял саньясу, но все оскорбляли его. Забирали его горшок для воды, данду, все остальное, но он не гневался, поскольку он чувствовал сердцем, что все делается Верховным Господом, прямо или косвенно. Он чувствовал это, и поэтому этот Триданди Саньяси Бхикшу, его пример, он правильный. А все другие, кто-то принимает саньяс, это часто не настоящая саньяса. Такое условие мы не можем исполнить, а если можем, Бхагаван Шри Кришна говорит, даже внешняя саньяса, если у кого-то нет, но суть саньясы в чем? И вот вечный саньяси тот, кто милостив ко всем. Канкати значит, нет у него никаких надежд, ожиданий. А если нет ожиданий, желаний, то нет камы. А если нет камы, то нет кротхи. А если нет кротхи, то нет зависти. Завистливого настроения. И таким образом Вишвана Чакравати говорит с настроением санкиртаны. Если вы можете совершать эту санкиртану с любовью, то Верховный Господь, Он может быть быстро завоеван таким преданным. И также Санатан Госвами Пад в Брихат Вайшнава Тошани, он пишет: И вот Санатан Госвами говорит, это не так, что нужно изучать различные шастры, чтобы развить знания, а потом практиковать бхакти. Нет, Шабари, она не знала никаких шастр, но стала преданной. Или Горкишор Баба, внешне он ничего не изучал, но внутренне он все знает.
И вот Санатан Госвами Пад говорит, это не обязательно, что на пути вашего баджана нужно собирать гьяну и все остальное. Нет. Но Бхагаван, Верховный Господь, чувствует удовлетворение, поскольку благодаря чистой преданности, из-за вашей чистой преданности он чувствует радость. Гьяна, она не столь важна, но гьяна значит, после того, как вы совершаете баджан, вот это значит гьяна кармани ди анавритам, гьяна. Вначале аньябхилашита шуньям, не должно быть никакого аньябхилаша, никаких посторонних желаний. И гьяна кармади анавритам, это значит то знание, которое позволяет нам развить наше бхакти, оно позитивно. И поэтому Рупа Госвами Пад пишет, аньябхилашита шуньям, но гьяна кармади не шуньям. Шуньям значит ноль. Рупа Госвами Пад говорит то, что аньябхилашита, не должно быть никакого места для аньябхилаша. Но гьяна и карма анавритам не шуньям. Анавритам значит непокрытая. То, что не покрывает нашего сознания, когда гьяна и карма, они покрывают наше сознание, то это запрещено. Гьяна карма дианавритам значит позитивное знание, как совершать бхакти. Это не запрещено. А карма значит, когда преданный готовит, предлагает что-то Господу, это тоже карма, но эта карма, она не запрещена. И поэтому практика преданности, она или карма в преданности, она позволена. И другой Анукулина Кришна Анушилана, это должно быть благоприятно. Это очень важно, очень обширная тема. Наша Гаудия Гурварга говорит Анукула, только Радхарани. Мы должны в итоге найти Радхарани, чтобы понять, как совершать баджан, чтобы Верховный Господь нами был полностью доволен. И вот я объяснил уже. О, Аджит. Ты можешь быть побежден теми преданными, которые следуют такой преданности. Аджит — тот, кто никогда не может быть побежден никем в этих 14 мирах, но те преданные, они могут победить Бхагавана, в этом главное. И после этого Prayana bhakti yogena satsangena vinod bhava no payo vidyate sadram prayanam his satamaham. He Uddhav, O Uddhav, O Uddhav, I am the ultimate center of the sadhu, pure sadhu. Satsanga uttita bhakti. Out of pure satsanga, the kind of bhakti you are getting, only this can subjugate me,
Только с помощью тех, у кого есть преданность бхакти, Господь, Он может быть завоеван только ими. Я могу быть под контролем своих преданных. Перед Удавой Бхагаван говорит: нет никакой другой альтернативы, кроме этого. И что же это, без, кроме чистой преданности, благодаря которой рождается, благодаря нашему чистому общению, только эта бхакти может расплавить сердце Господа. Другие эти усилия, они не столь эффективны. И вот нет никакой другой альтернативы. Чистые саду, они являют такое настроение бхакти, как Нарада, например, Садан Сидха Нарада. Этот Нараджи Махарадж, он во время Чатурмаси Врата, он слушал Харикатху, совершал киртан, ел остатки пищи всех в своей деревне, и вот там Нарада. Он рассказывает, мое сердце, оно растаяло. Я не знаю, как это произошло. И вот Бхагаватам описывается, однажды преданные дали мне И вот когда я принял остатки пищи вайшнава, все мы анартхи, они ушли, все вот эти нежелательные качества, они ушли. Нарада рассказывает это в Ясадеве, и поэтому у Удав. Пытайся понять. И вот пытайся все понять. In a bow, Jagyanustan, Sastropat, Tirtha Snan, taking bath in Tirtha pilgrimage, different kind of rules and regulations, Niyam Yam. И вот есть различные правила, предписания. Никто не может завоевать Господа, победить Его. Он может быть контролируем только с помощью прити любви. Я могу быть контролируем только с помощью премы, любви. И если вы обретете такое бхакти благодаря общению с чистыми преданными, если, поскольку санга, та санга, которую вы совершаете, вы согласно ей обретете благо, если вы ваша санга, она лицемерна, то результата не получите, иначе Джива Госвами говорит, это неизбежно. Санга, последствия вашей санги, любой санги, они неизбежны. Плохая это санга была и хорошая, но если вы хотите, и вот согласно саду санги, которую вы совершаете, вы получаете результат санга, она должна быть, нельзя избежать ее. И Шрила Бхактивинода Тхакура пишет, санга значит это коренная причина развития нашего характера, нашего поведения. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит так. И вот такое бхакти, которое вы обретаете от чистых преданных, тех, кто совершает намасан киртан и все остальное, это сатсанга, она дает, даст нам шанс обрести такое бхакти, которое, которым Господь будет доволен.
И вот Вритрасу, Нарада, Ангира. Из Бхагавата мы можем найти такую шлоку. Достаточно давно я говорил об этом, но все же сейчас, я думаю, тоже уместно сказать о ней. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит то, что И вот Бхагаван Шри Кришна говорит в 11 песне, 12 главе. И вот это пример. Бхагаван говорит, смотрите, Вибишан Сугрив, Хануман. Джамбуван, Гаджо, Гаджендра, значит Гридха, Джатаю. Тот Дадди Саньяси, который был торговцем, обрел бхакти. Вьятхов какой-то, который был изменен с помощью Нарды. И вот я уже объяснял, можно вспомнить по Ягьяпатне, про этих жен брахманов, которые совершали жертвоприношение, и вот они. И вот аналитически, если посмотреть, подумать, то можно увидеть, что они вроде. То, что они достигли. Господь был доволен ими только благодаря сатсанге. И благодаря сатсанге они обрели такой вид баджана, который смог удовлетворить Верховного Господа. И не только это. Они также были успешны в обретении, достижении лотосных стоп Верховного Господа. И поэтому Бхагаван Шри Кришна говорит, Прохлад, Бали Махарадж, благодаря общению с Прохлада Махараджем, Ванасур, благодаря общению с Шивой, Вибишан Сугривой, со всеми этими. Потом Малини, она воспевала славу Кришны. Они были из бедной семьи, вот она собирала эти цветы в лесу и продавала их на рынке. Но как же обрести бхакти? Как же обрести бхакти? И вот Трашто кая дхавадайо
Вришапарабавалирабхану, Маясчатхо Вибишана, Сугриба Хунуманрикшо, Гаджо Гриддхо Банико Патаха, Бьядахо Кубджа Браджегаппо, Йогьо Патнахо Статапари, Тенадхито Сутиганану Пасито Махаттамаха, Абратат тапта тапасо, сатсангят мам упагатаха. Only by the means of satsanga diva. Только благодаря сатсанге, смотрите, они не ходили в Гокулу, это эти жены браманов. Они не изучали шрути, веды, не ходили в Гокулу. Не служили гуру, ничего не делали, обетов никогда не принимали в своей жизни. И также аскезы, что говорить об аскезах, они тоже никогда не совершали их. Только благодаря сатсанге они все достигли успеха в том, чтобы обрести лотосные стопы Верховного Господа. И я объяснял достаточно давно, что если Верховный Господь недоволен, что я могу сделать с этими аскезами? То что толку? Шрила Прабхупада объяснял эту шлоку. Если вообще Верховный Господь доволен, то что я смогу сделать? Делать что-то на показ зачем? Не нужно. Если Верховный Господь, Он уже доволен, то что толку делать нам что-то на показ? И зачем совершать аскезы, если Господь и так доволен? А если Господь недоволен нашими аскезами, то что толку их совершать? И если внутри и снаружи своего сердца мы всегда сможем созерцать лотосные стопы Верховного Господа внешне и внутренне. И вот есть такая шлока специальная. Здесь ататам Риши Муни Дивья Сури, они знают прежнее, настоящее и будущее. Они непрерывно созерцают лотосные стопы Вишну. И вот эта мантра из Ригведы. И те, кто всегда думает о Верховном Господе, те, кто не могут забыть Верховного Господа, даже для них невозможно забыть Верховного Господа. Что им делать для этого? И зачем таким преданным совершать тапасию или еще что-то? На показ они, им нет нужды что-то делать. Если Господь уже присутствует всегда в них, в их мыслях, то зачем что-то еще делать? А если мы совершаем аскезы, делаем то, все, пятое, десятое, но не видим
Верховного Господа даже внутри своего сердца или снаружи, то что толку от всех этих действий, когда мы совершаем гайтри, кама-гайтри, и, например, если мы не видим этого мантра-девату, то что толку от этого? Если мы получим полную милость Бхакти Деви, то мы сможем видеть Джаганатха в его изначальной форме, и для этого нам не нужно будет куда-то идти, в какие-то храмы. И если мы получим полную милость Бхакти Деви, то это будет величайшим успехом. И суть в чем? В том, чтобы совершать совершенное бхакти, которое показал Рамананда Махашай. Рамананда цитирует различные шлоки, чтобы показать нам вот то и то. И Махапрабху в итоге говорит, что гьяна-шуни бхакти — это, конечно, хорошо, но скажи о чем-то лучшем. И в итоге Рай Махашай, он вынужден сказать о према-бхакти. Сарва-дхарма-сар. Рай Махашой в итоге, он вынужден сказать о према-бхакти, сарва-садья-сар, все виды саданы. О према-садья-сар, значит, через наш баджан мы должны садья-сар. Не садан-сар, а садья-сар. Что через наш баджан мы должны обрести бхакти. До этого Махарадж говорил о качествах садханы, но наша садхана должна достичь того уровня, чтобы мы смогли обрести према бхакти. Это называется садхан-сарва-сар. Суть всей садханы, ее цель. И вот Рай Махашой сказал, что према бхакти сарва садхан-сар. И тогда есть три вида бхакти, я уже говорил о них, завтра продолжим. Садан бхакти, бава бхакти, према бхакти, какое бхакти? Садан бхакти я объяснял под руководством Рупа Госвами Пада, Дживы Госвами Шрилы Бхактивинода Такура. Вот эту шлоку обсудим. Махарадж еще будет говорить об этом. И вот завтра он будет это все объяснять. И вот мы должны понять все это. Яд брахма сакшат крити нишчаяпи Винасаваяти винанабхогай, апайти наму спуране натате, парабдха кармети вироути бедаха, ванчакалпатру сикхи басинду бхавиша, патитананг павана бхавиша, бхё намо.